Из края в край, из века в век, несется весть благая. Воскрес Иисус, Бог-человек, от смерти нас спасая. Воскрес, поправший смерть и ад, разрушив узы тления. Воскрес, и мне теперь преград для ищущих спасения. Воскрес, Писания сбылись от точки и до точки. Была тяжела его жизнь, шипы, а не цветочки. Был мучен, был изъязвлен он за беззаконие наши, избит, оплеван, оскорблен и ко кресту был пригвожден. До дна испил он чашу, оставлен был отцом своим за наши преступления, но он воскрес, мы живы им, и ныне тем спасение. Кто примет верою Христа, в смирении кто признает, кровь за мой грех текла с креста, таких Господь прощает. Христос воскрес, благая весть звучит во всей вселенной. Воздайте, люди, Богу честь, склонив пред Ним колено. Аминь.